делиться своими рефератами, дипломами и курсовыми. Если решат, что вы их хотели продать, а не просто показать, то припишут вам уголовное преступление. Быть атеистом и занимать при этом высокую должность, особенно при правительстве. Правда, только в Техасе. Кстати, в Техасе не стоит пить пиво стоя и быстро. Более 3 глотков на ногах, и вы уже правонарушитель. Я серьезно. Флирт и даже простое знакомство на улицах Нью-Йорка легко обернется сексуальным домогательством. Не отмойтесь. Спать, лежать или делать вид, что спишь на любой уличной скамейке. Негостеприимный к бомжам штат Делавэр. Заказывать доставку. Сюрприз человеку, который об этом не предупрежден. Цветы в Луизиане доставляют четко и с предварительным уведомлением.